А ваши претензии, простите, ну никакой вы не лидер, флюгер, обыкновенный флюгер, который вот так вот поворачивает, поэтому если посмотреть ваши прежние вот высказывания, то вы еще больше тогда вот разорвете поэтому сознание, ну, вот, наших, да, вот детей вы начали так и нашей молодежи уже сегодня. Да. Так вы сейчас, сейчас давайте, да, Николай. Для того, чтобы называть меня хоть каким-то, хоть какую-то оценку мне давать, вы должны знать, кто я. Вы до моего появления сегодня меня даже не знали. Ну, вы так много даже не о себе говорили сегодня и сейчас, что нетрудно дать определение, наверное, вы не можете дать определение поверхностно, потому что если я посижу, послушаю, о чем вы говорите тут и как вы мусолите какие-то бесполезные темы, я тоже не могу Ну, смотрите, например, что значит только одно, что вы не подлежите мобилизации, за весь эфир вы ничего конкретного России не сказали, ни один из вас тут. Кроме вот человека, который мне сейчас показал, вот его мысль о том, что орать друг на друга, она как раз-таки не работает. Ой, хорошая идея. Дмитрий Федорович, а вы могли бы сейчас тогда остановиться, чтобы другие гости наши тоже не орали друг на друга. Да, давайте без крика. Да нет.